чем причина обвала грунта на Третьей Енисейской? Это предстоит выяснить экспертам городской администрации. Исследование объекта уже началось. Наблюдение ведется круглосуточно. Тем временем застройщик продолжает устранять последствия разрушения. Демонтированы поврежденные подпорки берегоукреплений. В планах установка нового бетонного ограждения. Завершить необходимо до 10 сентября. Напомним, в середине августа грунт близ новостройки по улице Третья Енисейская обвалился. На крупные трещины местные жители жаловались с весны. Инцидент привлек внимание правоохранительных органов и прокуратуры.